Улучшить состояние здоровья. Кто об этом мечтает? Все мечтают. Как же это можно сделать? Жить в полном состоянии всех органов организма здоровыми. Здоровыми это какие? Это бодрыми. Это радостно. А можем мы себе представить, что каждый орган организма и вообще каждая клеточка организма радуются? Чему они могут радоваться? Ну, как и человек, наверное. Тому, что они в полной самоотдаче работают. Им это нравится, самовыражение, четкое выполнение своих функций, своего назначения. Еще чему они радуются? Наверное, радуются тому, что они помогают всему организму, то есть всему остальному, полностью всей системе, быть радостной, живой, здоровой, веселой. Значит, с такими мыслями приступает каждый орган организма к своей работе. Ну, например, чему должен радоваться позвоночник? Позвоночник, наверное, должен радоваться своему очень четкому построению, своей гибкости, наверное, тоже слаженностью каждого позвонка между собой, всех составляющих позвонка. А чему могут быть рады, ну, скажем так, суставы? Например, тазобедренные суставы. Чему могут радоваться? Радоваться, наверное, тому, как хорошо у них отлажена система. Ведь это же система. Система гибкости, система подвижности, ну, скажем, система какой-то ловкости, легкости, исполнение движений. Так. Безболезненность обеспечивается чем? Обеспечивается как раз вот нужной постановочкой каждого элемента этого составляющего сустава. В нужном месте, нужных размеров, нужной балансировки, что ли. То есть соотношение самого лучшего, гармоничного рядом друг с другом. Правда? Вот да, вот это именно так. А теперь можно это добавить такой заговор. Заговор против болезней и, то есть, за здоровье. Заговор очень сильный, и произносить его нужно, обязательно называя свое имя. Это примерно будет звучать так. Я... Валентина Мельникова, на волку еду, болезни не веду. Болезнь отлучила, здоровье радость приручила. Здоровье, радость и удача.